Итак, коротко рассмотрим вот такой вот разборный чемоданчик. Общий размер у нас идет. Так, ну, посчитаем рабочую площадь. 70. Так, 70 высота. Ну и верхняя часть у нас идет рабочая. 45 на, так, так, если рабочая, на 25. Так, это у нас мешает, сейчас уберем. Вот эти нижние отщелкиваю. Так, вот он ящичек. Теперь вот такие вот у нее замки. Замки довольно-таки мощные. Все открыли. Так, внутри у нас вот такие вот небольшие контейнеры. Контейнер, глубина контейнера составляет 8,5. И здесь ширина 7, длина 10. Вот такие вот небольшие контейнеры. У нас их в наличии 8 штук одиночных и 2 двойных. Соответственно, здесь вот такая вот перегородочка есть. Так. Ну да, вот такой вот небольшой кейсик. Это для мелочей, там саморезы, болты, гайки. Ну, в общем, посмотрим, что можно будет сюда сложить. Потом в последующем покажу. Так, дальше защелкиваем, убираем. Следующий кейс. Так, тоже довольно-таки мощные. А, снизу боковые идут. Все, тут просто крышечка. Открывается вот такая вот крышечка. Так, далее. Вот такой вот небольшой подкрышничек. Ну, тоже для мелочей всяких. Можно его и не ставить, в принципе. И так подойдет. Так. Глубина у нас идет 22. Рабочая 50 на 26. Довольно-таки хорошая площадь. Так, далее. Здесь уже у нас идет тоже вот такие защелки. Все. Вот этот чемоданчик можно уже отдельно носить. Вот он, последний остался у нас. Ну, здесь вот боковые замки, такие же мощные. Так, и здесь, да? Так, далее. Рабочая. Так, 31. Здесь 52, и здесь 29. Ну, в принципе, тоже такой вот довольно-таки большой чемоданчик. Да, вот они, колесики. Колеса такие мощные, с протекторами. Тоже кругом ребра жесткости. Здесь, здесь, везде. Здесь где-то сантиметр. Так, все. Ну, а здесь нажимаем, выдвигаем.
Вот так вот у нас ручка срабатывает. Так, ну все, сейчас попробуем быстренько собрать. Тут получается разницы нету, как так или так. По всей видимости, да? А ну-ка. Ну да, разницы нету. Взаимозаменяемая. Защелкиваем. Отодвигаем. Вставляем. Так. Защелкиваем. Убираем ручку. А, ну здесь мы можем. Забыл установить этот лоток. В принципе, он тоже взаимозаменяемый. Для мелочей. Тоже штука неплохая. Так. И третий элемент. Вот так вот. Тоже отщелкиваем эти боковые. Щелкнули. Я думаю, что здесь можно много что поместить. Ну, я бы сказал, что все, что надо, сюда поместится. Болгарки, шпателя, мастерки, гребенки. Ну, в общем, много чего сюда можно поместить. Шуруповерты, болты и гайки, саморезы. Ну, все. Так, ладно. Теперь ручка фиксируется, интересно. Вот такой у нас разборные ящики для инструментов. То есть два больших ящика, один небольшой под мелочи. Кому интересно будет приобрести вот такие вот разборные ящики для инструментов, я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео. Ну, потом чуть дальше еще тоже покажу, что сюда влазит, как, сколько инструментов, как он в машину. Ну, в принципе, багажник, даже не в большую машинку, он с легкостью влезет. Я думаю, эта штука для ремонтных дел очень нужная. Ну, а на сегодня у меня все. Всем пока. Спасибо за внимание.